Китайская криптовалютная биржа OKCoin объявила, что теперь пользователи смогут воспользоваться преимуществами эфириума. Как сообщает CoinTurk.com, решение было принято после 2 лет обсуждений о применении эфириума и эфириума Classic. Согласно информации OKCoin, в настоящее время на эфириуме разрабатываются сотни приложений, а большинство стартапов используют смарт-контракты на блокчейне эфириум. Генеральный директор еще одной китайской криптовалютной биржи BTC China Бобби Ли также упомянул, что после голосования среди пользователей следующей на биржу будет добавлена криптовалюта Ethereum Classic.